юбилеем «Соловушка». Хореографическому ансамблю «Соловушка» 10 лет. Заводная музыка, яркие костюмы, аутентичные постановки и заслуженные овации. Остаться равнодушным к этому коллективу, исполняющему русские народные танцы, совершенно невозможно. Десять лет назад в ансамбле было всего 5 участниц, а сейчас в дружной танцевальной семье более 50 человек. В основном, конечно, девочки и девушки, но есть и 4 мальчика. Удивить и порадовать зрителей, подарить положительные эмоции. Такие амбициозные задачи ставит перед коллективом руководитель «Соловушки» Александра Рахвальская. Мы ездим очень много. Вот сейчас после концерта сразу поедем в Белоруссию на международный конкурс. Нас пригласили. Были в разных городах, и в Казани, и в Сочи. В основном всегда вот лауреаты первой, второй степени. Но вот очень хотим гран-при. Надеюсь, что вот десятилетие нам поможет в этом году, и мы все-таки до него дойдем. И на городских мероприятиях, конечно, выступаем на всех. Вот сейчас 9 мая готовимся. Александра Рахвальская не только бессменный руководитель, но и хореограф, режиссер, художник по костюмам и вторая мама для всех участников коллектива. В юбилейном концерте зрители смогли увидеть лучшие выступления и яркие творческие поздравления от коллег и друзей. Первые 10 лет стали для ансамбля очень насыщенными. Коллектив слаженный, талантливый, так что гастрольный график плотный, и «Соловушку» знают далеко за пределами Видного. Репертуар велик и разнообразен. В каждой области России есть свои традиции и обычаи народных танцев. Анна Худоярова в коллективе уже больше 6 лет. И главное пожелание «Соловушки» – только вперед. Чтобы мы везде занимали все самые хорошие места, даже если это просто какие-то концерты, чтобы все всегда было хорошо, без каких-либо происшествий. За успехами дочери с радостью наблюдает мама Анны, Татьяна Худоярова. Ну, это грация такая, спинка, выправка. Это азы любых танцев, а после народного, мне кажется, можно любой танцевать. Когда дочь на сцене, какие чувства испытываете? Плакать хочется? Ну, какие-какие, гордость, конечно. Ну да, слезы не без этого. Следующие 10 лет обещают стать для хореографического ансамбля еще более яркими. Вдохновение тебе, видновская «Соловушка». Я люблю «Соловушку» и желаю, чтобы она гремела во всем Подмосковье. Наши танцы самые лучшие. Екатерина Коваленко, Алексей Стафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.